Всем привет, меня зовут Сарвиноз, я из Узбекистана, новая блогерша узбечка. В данный момент живу в Российской Федерации. Сюда приехала 4 года назад, чтобы учиться в университете. Сегодня утром где-то 4 часа хотела открывать свой YouTube канал. Потом выложила опрос о том, что на каком языке надо снимать свое видео. Узбекском или на русском. 70% выбрали на русском языке, чтобы снимать видео. Вот. А если будет много узбеки, подписчики, я буду снимать только на узбекском языке. Обязательно напишите комментарии, что как вам удобно, на русском или на узбекском. Конечно же, я не актриса, я не звезда, я просто обычная студентка. Я буду выложить свои интересные моменты, свои хобби, чтобы было вам приятно и было мне приятно. Я раньше боялась, что в YouTube показывать себя, снимать видео, потом думала, это все негативные были, то есть надо быть всегда позитивной. Если я вам дам какой-то позитивный момент или позитивное настроение, я буду только рада. Обязательно подпишитесь на мой канал, нажимайте галочку и не забывайте лайки и напишите комментарий. Спасибо. Short like her, I think. Вот как идет карантин. Вот. Even they don't like, so how?